Рассказывай, что там случилось. Мы с Костей в детском саду, ну, по-настоящему Костя нашел на там игрушку какую-то приплющенную, вот так вот было там, упаковка у нее так была, киндер-сюрприза. И потом она была какая-то уже старая. И там я подругала вот эту вот бумажку, там, где попытался рассоединить, она не рассоединяется. И там она не смогла рассоединиться. Я не знаю, почему. Может, она заледенела или закаменела. Вы ее на улице нашли? Да. На улице ничего поднимать нельзя. И Костя меня попросил вытащить эту игрушку. Я ему вытащила. Мне потом Костя попросил ее еще открыть. Она еще, между прочим, и кровявая была. Какая? Кровявая. В крови? Да. Вот на улице поднимать ничего на улице поднимать нельзя. На упаковке была красная, кровявая, и в упаковке на улице была. Ничего поднимать нельзя. Запомнила? Угу. Ничего, то, что не твое, трогать нельзя. Угу. Могли игрушку взять, иголок натыкать туда. Ты бы взяла игрушку, а она раз тебе уколола бы. Тогда что делать? Это меня Костя попросил, он ее трогал. Нельзя трогать. Надо было ему сказать, что нельзя трогать. Позвать кого-нибудь из воспитателей, показать, что вот валяется игрушка в крови. Что это такое? Ну, это была упаковка. А упаковка прозрачная была. А не то, что упаковка, но та упаковка, которая у меня такая же есть, только та была приплющена, она была не в крови. Я не знала то, что она в крови была, вот эта внутри упаковка. Вы потом воспитателя позвали? Нет, не позвали. Я ее сразу выкинула. Почему? Потому что я ее выкинула, потому что она кровявая была. Почему воспитателя не позвали? Потому что мы решили без воспитателя разбираться. Нельзя так делать. Выбросили. Запомнила, раз и навсегда. Мы ее за забор выбросили. Если ты что-то нашла, ни в коем случае руками не трогать. Это позвать Костя взрослых, нашел. Ясно? Это Костя нашел. Я тебе говорю, ты меня слышишь? Угу. Угу. Ничего в садике руками не трогать. Угу. Все, что валяется на полу, это чужое. Это нужно звать воспитателей, охранника, дворника на самый крайний случай, ясно? Угу. Поняла? Да. И кто бы тебе что ни говорил, ни в коем случае ничего не трогать. Ты руки мыла после этого? Да, мыла. Она у меня отмылась только вот сейчас. Потому что я мыла два раза. А бабушка за это знает? Нет, и все. Я ей решила не рассказывать. Ну, если бы ты ей рассказала, ты бы по жопе получила бы. В углу бы постояла. Сейчас придет мама. Мама у тебя кто? Медицинский. Доктор. Работник. Она тебе сейчас все объяснит за кровь. Ясно? Папа, вообще-то это в упаковке и на упаковке была кровь, а у меня не было крови. Она у меня просто вот сюда попала и покрасила. Чужая. Чья-то. А если ты заболела, чья-то? Чья-то. Это уже была и заброшенная игрушка давным-давно. Никакие игрушки трогать нельзя. Даже когда ты своего зайчика найдешь на крыше садика, тоже его трогать нельзя. Я тебе погрызаюсь. Сейчас мама придет, по жопе даст.